Так, смотрим. Яна Хулипала, Джерин БДК, Деймос ШП. Так, у нас будет 3 ШП и еще 3 ретрикователи. Так у Джерин там только анхолик, по-моему. Сейчас подойду. Тильт. У него же фолога на БДК нет. Деймос, ты... Да? На ШП потом зайдешь. Я зайду, только мы спать рубит. Мне сильно нужно. Да, на ШП заходи. Человек бьет трэш, включая танк. Так, я захожу на холика. Четыре ДК, может поэкономим ДК? Да, Деймос сейчас зайдет на ШП. Деймос, наверное, не зайдет завтра. И... Все. Что говоришь? Ты же завтра не будешь играть, верно? Завтра, ну вот и слава. Будь здоров. Поклонский тут. Ты же на другого паладина хотел. Чё, еще одно почему да соврать? Командира не залили, не надо пока. Залетите мановую гримсу. Гимна ману дайте, если есть. Приквестов нету с нами. Как из воли убрать прок над ворфаном? Альтер 4. Так. Системник с ноги ебаный. Я думал, надо кэш его перепочистить. Надо просто подписаться на канал Войда. Тогда будут только... Не дай бог! Корова прокорова.
думаешь, почему Джерин первый по ДПС? Потому что он, блядь, добавил твой канал в черный список, нахуй. Прав? А? Чё? Да, бля, забей. Вот, как тебя не рубит спать? Пол четвертого. Сорян, я тут. Джерем таки пришел? Вон он на тильте. Ну я ж и вижу. Ну пацаны, вообще на приколе я спросил, наверное, раз 20 будет чё, писал раз 40 будет чё. Да вы, Дима, кто вас там не читал? Вы с мутантом что-то переписывались там, кто вас читал? Мы ж читал вас. Билича били, Джерем. Какая отмазка дебильная. Я писал. Отмазка дебильная, блин. Я зашел, посмотрел, нету ОТ. Зашел, короче, с психом поиграть арену, он говорит, помоги мне в РС. Я говорю, да нефиг делать. Пиздец просто, блин. Я не знаю, ты это серьезно говоришь сейчас? Я шучу, решил пошутить. Если ты думаешь, блядь, что мы здесь дураки здесь сидим. Пятница, 40 онлайн, блядь, добиваем лича. Ты еще, блядь, домой шел, мы били лича. И ты думаешь, ничего не будет прям после лича, да? Джерри, красавчик, так держать. Ладно, блядь, даже не будет, завтра будет в любом же случае РС. Зачем КД вижу? Я что, один охотник, пиздец? Да, Джерри, ты один охотник, ты наш кормилец, добываешь нам пищу. Я сказал, у меня не один охотник. Да, я понял, ну... Эника еще была охотником, но ее уже нету в беде. Ну и ты. Я могу. У злого есть охотник. У Серсея есть охотник. Нет, у Серсея сама охотник, бля. На троллей. Хорошие новости у Фульгримса Пинг. Веселее будет хилить свет мне. Давайте шкаф. А есть у кого зелье быстроты? Что там, ты уже пятую РС убили? Не знаю, это пуганский рейд с психом, моралом. Я уже говорил, как все было. У него права есть там гели? Псих в этот мутант. Не знаю, у кого там есть права, я тебе говорил, что мне сказал псих. Я зашел на ДКСик, сыграл с ним 3 боя, он говорит, пойдем в РС. Я говорю, нефиг делать. Ни ответа, ни привета. Я спросил в РК 8 раз. И написал об этом тоже 8, конкретно, 28 раз. Конкретно, что ты спрашивал, раз. Я не знаю. Кто-то слышал, что диджерем спрашивал? Я слышал, что он пиздел с телефона, как с голосом Каноба, блин. Ну, я-то тоже слышал, но я не слышал, что он спрашивал. Чат. Ладно, это сейчас не существенно, давайте я лучше убью. Я не, перед тем не оправдываюсь, я просто говорю, как было, вот и все. Дима, ты ничего не говори. Не было слышно, тем более мы лича били, трайли, там вайпались. Клонский, раздай щиты. Спистик в РК. Паладин, а чего не распределили между собой бафы? Может, давай введем новое правило, короче. Кто не распределяет баф, этому ГП. Кто каски сейчас раздавал? Бафа и угорник. Ну не, раздай лучше щиты.
Пистик, раздай каски. Изабелла, раздай кулаки. Отлично. Сейчас разбафаемся. Я не могу, что-то мне в ПМ задолбили. Давайте все войду в ПМ, напишем 1, 2, 3. Не надо. Давайте болтшат напишем, будет сила. Ну чего с ума сошли? Английскими. Мне так не... Пек бафы. Козырь, ты только спекнись в Африке. О, вот так. У меня лучат, к сожалению, выключен, так что можете писать лучат. Давайте в ПМ. Эти какого-то маунта, тут шмот слом. Дживс вот стоит. А, где он? Вот, сейчас поставлю. Давайте еще раз напишите Войт Сила. Стойте, дайте я зайду хоть гляну. Кавкер готов. Вы уже написали? Можете сейчас написать в чат. Можете написать сейчас рандомную цифру, просто рандомную цифру. Какой-то. Лазипан, ты тут? Тут. Поклонский. Ну, без ханта просто что-то. Сейчас поменяю. А что, яд? Яд есть, Лень? Отлично, тогда погнали. Забили босса, тут клавиши неудобно нажимать, надо перенастроить, пиздец. Ну, ау, а в этом рейде было лево или нет? Я не знаю, кто там был, я сидел с психом в РК. Было бы интересно, если они не знали про баг и ходили бы демоном. Минус, сколько там, 600 СПД? А чё? Вы знали, что кнуты хилят в 3 хила в свету и в 2 хила во тьме, блядь? Гениально! Это только что Клунар написал. Классно, наверное. Братан, сними отступление. Козырь, ты что, без пэта бьешь? Козырь забрал мою колье по праву. Как так, что ты с пэтом, а бафа нет? Он дает один СПД, мой тотем перебивает этот баф. А, я думал, он типа перебивает в любом нет. случае. Нет, мы тестили сейчас. Я понял. Так может же... демоном, да? Ну смотри, сейчас тотем не буду ставить, у вас появится баф демона, и он будет давать ровно один из пода. Вот, давайте следующий. Идет спать. Какая? Ну уже. Надо добрать одного ДД. Ну как раз КД повесим, зашибись. Так, кого можно взять еще? Ну, с усляденка есть. Где с усляденка? В гильдии. В Альгримаре. А, точно. Ну, Эрдруга здесь, Джест. Так, давайте распределим танков. Тильт, основу. Поклонский первую копию. Гилд вторую. О. О, это зашел. Да, знаю, уже. Все, идите, танки, погнали, пуляйте. Алло, братан. Поклонский первый. Попью. Гелтру. Мне нужна помощь. Ну вот смотри, Дань, сейчас с ним бонус станет. Пока он баф. Да я понял, да. Не, по идее тоже не повесится, потому что языка пламя не стоит по крышам. Ну, да. Я просто думал, что баф демона в любом случае имеет приоритет. Не Лилия расстраивается каждым разом все больше. Чаша терпения моя не безгранична.
начинаю 3 года не играл. А потом... Я так куда мы. Поклон скидай, потом на копии каплю на тильт, а я на гелду дам и сокрушу прижу. Надо, у меня еще есть 2 прожилки. Так, дал сакру, но я отлетел далеко. Ласково не достаю, хильте без меня. Я пока не могу прочитать. Многое поменялось за 3 года. На Балтрасе также убивает перед мордой. Там водили по-другому. Спасибо. Без вас я бы долго не продержалась. Чекал в первую очередь. Меня это печалит. Плохо. Очень плохо. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор не ходят они вихрем такому штурму. Не ходят, ходят. Черные драконы. Мы даже не успели понять, что происходит. Просто они, когда вырастают, у них раньше так тоже увеличивается. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атака жадный заряд. Но боюсь, тут замешано и более могущественное зло. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромный. Как что делаешь, как дела? Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики, но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Начинайте. Все СУРС прокат крита воля, охуительно. Блин, хавкер лопнулся. Блин, кем ему зайти? Вот сейчас на пола не будет. Варом его, свет его. Сусатинка не пойдет? Там Валера же может зайти. А, подожди. А хотя он уже КД повесил. На кого зайти, на Ханта? Ну да. И Дедмайт маха. Ну я думаю, он не часто ходит в РС-ку. Или не часто. Сколько у него персов? Мак, Рога и Кхан, да? Гол. У Валера. Кхан ДК есть? Еще и Вар. Кхан, да. Ну мы не убиваем 5 раз уже, что все равно. ДПС, конечно, у вас божеский. Так не все же. Может потому что у нас минус, все скажу, минус 1, 2, 3. Я скажу 2, 3. Минус, ну минус 5 били, да, да, вообще-то. Я
Сейчас должен по вороте зайти, обещал. А что с бесом, козырь? Так. Валера, ты зайдешь на ханта? Ну или на рогу можешь зайти. Тогда с напулом точно не будет проблем. Сейчас бы два раз один напульщик. Тоже проблем не было. Где можете штруделей приготовить? Давайте объясню. По тактике, а ты поэрелишь. Потому что тут выиграем свинью одну. Хорошенько. Так, Свет, Хиля, Тренивал, Вульгрис, Тиму, Кралька, Лэйзи, Панк, Дэдмайнд. Теперь четвертая пати. Леон, Лилия, вы остаетесь добивать големов. Это понятно? Проходит первая фаза. Нужно будет двух големов убить. Потом по команде зайти во тьму, подмажить на второй фазе Халиона. Потом обратно выйти в свет. Это задача четвертой пати. Так, он не тайм, СС кинешь на меня. Тильт танчит тьму, делает свет. Так, поклонский трэш. По дланям, во тьме, паладины, вы распределили длани? Отвечайте мне только быстрее, а то голы. И забыла, что ты кидаешь, какую длань? Поочередность какая. Первая. Ты кидаешь первую длань. А Актулгалы, ты какую длань кидаешь? Первую или вторую? Вторую, да? Вы знаете, как их кидать? Когда их кидать? После диспела. Желательно во время диспела, когда цель с меткой доходит до стенки, и в это время ты кидаешь длань на нее. Нужно здесь на полпути, потому что сама метка стаки, которые копятся, замедляют цель, которая бежит. Да, вот, но я обычно кидаю прям в диспел, что на этого человека не кидается, добавь замедление. Можно кидать там за секунду до. Длань, кажется, действует 6 секунд, если я не ошибаюсь, или 5. Да. То есть можно на полпути, этого времени, думаю, хватит, чтобы человек вышел без дебафа. От уголы ты услышала? Раз, два, три, прием. Ты услышала, хорошо. Что еще я не сказал? Кто диспарит во тьме? Дедмайнд во тьме, в свету. Фу, бля, даже некому доверить. Войд пусть. Чё? А, вот есть. Войд, диспелик. Блять, как всегда, нахуй. Теперь Леон, Лилия, Шумиха. Мы в свету выносим метки строго назад. Вы стоите, дамажите их, а Леон, на вас кидается метка. Вы развернулись на 180 градусов, побежали назад, вынесли и забежали обратно в рейд. Все. У меня стремает то, что здесь 6 новых людей, которых, ну, вообще не видел раз. А какие четвертая пати добивает големов, да, кроме Лока? Брейнер, да. Не забудь, чтоб сказать. А в принципе Лок тоже добивает големов. Пусть. А хотя да, в принципе. Но с Элем есть, будет. Теперь смотрите дальше. Все РДД бьют большого голема на третьей фазе. Вот он появился. Лужи разлились, вы встали на безопасное расстояние от мелкого трэша и начинаете бить большого голема. Пока большой голем жив, никто никуда не переключается. Ни в мелкий трэш, ни в зона, только по команде РЛа. Переключайтесь там в трэш или в босса.
Ну ладно, короче, вот, держи, тебе ассист, ты будешь релить. Ты просто реально надо хилить, короче, с этим шаром. Дайте инту магии, магии интеллект. Что после того, как перебегаем, как трэш мелкий бежит, хилы должны быть за всем рейдом, чтобы мелкий трэш пробегал через рейд до них. Потому что первая цель хилов, то есть первая цель мелкого трэша — это хилы. А, подожди, вот. Вульгримс, вкачай после рейда вот это, вот это. Что у вас за спеки, дебил, жесть? В следующий раз я тебе не возьму БРС шамана. Потом объясню, для чего надо эти штуки. Это престы, бейте взрывом разума, кстати. У нас нет ретриков свято, так что будете бить взрывом разума. Свет Вульгримс будет хилить, да? К сожалению. Ну, если вам нужны эти штуки, если там пишут, для чего они нужны. Да, ну знаешь. Ты серьезно сейчас сказал про ненужные навыки? Тринер, скажи. Господи, лучше бы ты этого не говорил, ты в моих глазах упал. Это жесть. Так надо объяснить человеку, почему они серьезные такие. Он вас объяснит. Ну давай, Вургенс, прочитай описание скилла под названием «Природная стремительность». И подумай, где эта штука может примениться и хорошо примениться. Например, сейванет танка. О, блядь, играли бы мы сейчас в одном компьютерном клубе, то надавал бы пизды всем. Как помню, в клубе сидим, кто слеповуху кинул, такой, блядь, жирный чувак орёт, блядь. Все боятся, блядь. Креста, просто 4 креста, креста бафа на ДК нет. Это пиздец. Дайте креста бафа. 4 паладина, кулака на ДК нет. Пацаны, вам рассказать, как играть за ваши классы, или хотя бы использовать их на 40%, а не на 10%, как это делаете, ктуголы? Всё. Дима, Дима, ты опять нарвёшься, бля. Вам, блядь, рассказать, нахуй, как нужен на РТ с другой гильдии ходить, когда у нас РТ, блядь. Забанят всех персов, блядь. Я ставлю режим на микрофон, ты говори, если чё. Пиши, Джерин, продам вары, ПМЛО. Фотон тут? Так, все готовы? Начинай, Тильт. Самогон, перед заходом в тьму крикнешь. Да. В вторую фазе иннеры лазипанку, как зашли. И на вторую фазу сразу иннеры. Перебежали. Перебегались. Дэвид Майнтед. Да блядь! Перебежали. Шумиха. Дима, сразу заходи, сейчас как переведем. Рейд, подождите пока. Заходите, рейд.
Взрыв разума где? Да блядь! Изабелла, где, блядь, эта хуйня? Так это первая метка была. Ай, забей, короче. Закончились? Заходите во тьму. Да, заходите. Слава, поговорить на тьму. Почему тут вторая фаза? Сейчас метка по ходу лезвия. Сейчас кто убивает Freedom? Походу лезет. Хорош! Это не захил или шарик? Он летает. Эх, шарик. Огненный мяу поднимешь, как выйдем. Справа он будет лежать, справа. Три процента. Ждем метку, потом в портал. Метку не в портал. Сейчас портал появится. Иннер, Иннер, не забудьте. Да. Вышли. Уходите быстрее, кто выходит сверху. Огненный мяу поднимай, он летает. А, справа, справа, под мордой. Справа. Лилия, давайте, Рус. Выноси метку огненный мяу. Перебежали. Цез, да, не забудь. Не поднимай. Рост во тьме. Во тьме рост дайте, да. Лилия, во тьме почему? Лилия. Не умер. Как? Падайте. Как это так вообще? Частица спала. Не, частица была. Я тупо хилил, короче, тебя и протопало. Хилю такой, ты по... Броняется, хп роняется, блин, пиздец какой-то. На Толь Гримса ни одного каста. Чем это объяснить, да? Ну вот за все 12 секунд до смерти ни одного каста от Гримса. Ну как чем объяснить, когда он бьет 20к, Харьян бьет 60, а 40, иногда идет Клифф, 56, плюс иногда бьет Голем аурой света. Ну типа огненной аурой, то есть он получает намного больше дамага, чем хилит Холи Паладин. Каст Холи Паладина 1.2, то есть надо включить мозг свой. Иногда подумать, ёбана в рот, у меня есть волна исцеления, но у шаманов, у которого не вкачаны таланты, сила прибива и природная стремительность, это вы, ну, я вообще с ним не хочу говорить. Да, при чем здесь это таланты? Просто, блин, ну, нужно хотя бы периодически пускать какой-то каст, потому что, ну, нужно поддерживать еще исцеление предков на танке. Это самое главное, что нужно. Пургрессу, скажи мне, пожалуйста, зачем плюсовать с самого начала рестер шаманом? Потом я завел тебя на ретрик, а потом хила опять не хватало. Ты такой нам говоришь, что меняйте меня. Сейчас нету хилову больше никого, неким заменить уже. Есть хил, можно без нее там успехнуть в ПВП хила, там таланты не отличаются и взять ДД. А как у меня тайм умер, скажите, пожалуйста. Там либо шарик, пульсация, либо не захил. Ну, мне кажется, в шарик он воткнулся. Ну, не в сам шарик, а в пульсацию. До того, как он понес, там мужик прямо раз. По нему ударил темный шар, 26527, плюс тикнула сразу аура на 3300, и он сдох. Вот и все. Да, шарик, да, пульсация.
Не, это другая смерть. Лив Хален, это другая смерть. Нет, это его смерть. Шар нанес 26. А представь теперь, если вместо меня Светодар был бы. Мы выходим в свет уже сразу все умираем, верно? Можно сразу это даже метку не выносить. Хорошо, а ДДК какой-то есть добрать? А, волшебная есть. Вроде как. А волшебная сразу ухнулся. Богдан, а Марина не может зайти? А, тут один аккаунт. А, ДК. Хорошо. Понял. Давайте еще один момент разберем. Паладины. Вы кидаете фридом не на третьей фазе, а на второй фазе, потому что я сейчас видел, как Изабелла писала, я не кинула фридом, потому что это еще не вторая фаза. Ты можешь, Изабелла, включить мозг и подумать, если Хален выходит в сумеречный мир, какая это фаза? Да, во тьме, это вторая и третья фаза. Всегда во тьме нужно кидать фридом на Улерика. Ну, я просто это убило. Это не вторая фаза. А какая это фаза? Потому что она подумала, что сейчас во тьме все хилы захилят. Это не девочка, блядь. Нет, не так она подумала. Они физически не могут думать. Так, кто там хотел на хила зайти? Просто Эмрата есть подамажить. Может во тьме? Кого там? А, ну вот как раз Богдан может, знаешь, там это место. Ну, про Диора. О, супер. Изабелла, меня нет, а то это пиздец какой-то. Я ж не хилил никогда в жизни, блядь. А хули пал? Посади, блин. А хули пал? Ты танчил? Можешь дать мне своего хила, я захилю, я дам тебе ДК, ты потанчишь. Я сейчас зайду. Да подожди, давай один трай. В смысле, ну я уже протанулся. Да подожди, давайте самому. Давай, подтверждай сумму. Я не знаю, у меня не речь пропадает от ваших логических выводов. Точнее, не логических. Ладно, я попрошу еще два роги, пожалуйста, понапуливайте на меня на второй фазе по КД, потому что это делает только Норекси, чтобы у меня потом, ну, я мог бить ударами смерти и просто руны смерти не тратить на ЛП. Все, спасибо. Это все, что я хотел сейчас сказать. Да я думаю, там и так напуливают. Просто не вышли. Я отставал, ну типа сильно от игру. Вот я привык, что я хантом выхожу, у ДК где-то 56% по, ну, типа, он опережает по игру, а я что-то ну, типа, получается на 8 только опережал. Барклонский фантон. Это он, ты где? Повороти. Повороте, походу, не ВРК. Все готовы? Начинайте. Что, можно, да? Самогон опять. Ну пошли нахуй. Визончик нам был. Смещаемся, рейд в танки. Метеор, смещайтесь. Лили метка. Лили я. Диора. Небеса в огне.
перебежали. Ну, я не знаю, пробуйте как эти могут два хила захилить. Ха, ты зависла, ты развисла? Или упадем сразу? Yeah. Джерри, он заходи во тьму, в рейд, заходите с другой стороны. Развисла. Да я зайти не могу, у меня стоит вместе загрузка. Я уверен, что это нереально захилить там два хила. Я тоже так думаю. Хотя бы захилить, попробуй мне эти хильки побрать. Люб захилит. Мы убили. Не заходите, пока ждите. Заходите. Заходите. Блять, для кого говорили, как начинали на первой фазе заходить? Здесь. Давайте пойдем. Давай. Че, падает? Если на первой фазе метеор падает в танка, и мы смещаемся, вы во тьму заходите не с той стороны, какой вам захочется, а с той стороны, как мы начинаем бить на первой фазе. То есть обходите портал, и вот с того, с той стороны, где мы начинаем, тыкаете на него. Иначе будете умирать вот так вот от, не знаю, там от дыхания или от этого... От клива. Клива. Потому что вы заходите так под морду Халиуму, получается. Портал нажимается не впритык. Можно его на расстоянии нажимать. Так и делайте. Там впритык, если подходишь, там засасывает. Это шутка. Чувак-то знает. Вот зону. Кошка стернажды. Кошка стернажды засосала просто. Мне, говорит, засосало лоб. Единственное, что сосет у Войда. Порталы? Кстати, шумиха — это кто? С гильдии кто-то или знакомый просто? Вчера, позавчера паладина взял гильдию. У него там, оказывается, 10 персов есть. Liberty Squad гильдии. Как ты узнал? Посмотрел. Классно. Делаем ставки на какой-нибудь первой меткой. Не знаю. Если не на самогон, значит убиваем. По-любому. Если я кидаю ролл выше 50, то убьем. Ладно, пока кранка куда-то заходит, то со мной пролит на лбу. Давайте, Тимасбах. Динам ходишь. 100 голда я выиграл, 94. Джерри, он выиграл, ему тупо на починку не хватает. ХП разве? Сейчас на ХП тоже, чтобы на первой фазе был крик. Да. Лирион, маг. Все готовы начинать, Джерри?
Не бегут. Блять! Сейчас там это не кинется. Здесь, блядь. Че, падает? Огненный мяу, метка калька, поднимись. Поворачивай на вид. А че, у меня резните? Как, блядь, так можно, я не понимаю. Я бич. Уже все. Уже можно падать. Вы, бля, я не знаю, вы. Давай за прошлый трай кто-то умирал еще. И за это тоже сейчас накину. Он просто умер, чтобы на него метка первая не кинулась. Илья, на танке метеор был. На танке метеор, он поворачивает на рейд Халиона. Ну, ладно, все равно, БР проебали. Илья, смотри, квадратик видишь? Вот первую, третью фазу стоишь в квадратике. На второй фазе будешь там метку поставить, должен скинуть в это место, видишь. Все, изи. Ну, блин, это же логично, но если я не знаю, ну, сейчас танк повернет босса на рейд, что ты будешь делать? Стоять под боссом? Наверное, будешь отворачиваться от него. Это тут тактика такая полукруга. Дайте маму, нету. Слома, ну как слома, 50% и шмот. Типа, когда метеор в танка падает, танк упал. Танк упал, а босс сам повернулся именно и стоял. Ни на кого не смотрел, все правильно думаешь. Лич, молодец. 5 баллов. Какой танк упал? Лилия не дошла от босса, судя по его словам, потому что танк упал. Танки были живы, умер Фурик, который прожал рывок до того, как танк спулил Халиона. Танки были живы. А меня что убило? Я же в луже не стояла. Тебе питомцы убили из-за того, что надо прекращать каст, когда они бегут. Быстрее, ну, не кидать, потому что там ментальное. А охотника в рейде нет. Можно включить ум и понять, что дальнего напула нет. А чё ни слова на 4 буквы? Все, я просто, ну... Я уже до речи пропал на эти трайки. Тут два роги в рейде, почему напула нет? Я еще раз повторяю, дальнего напула нет. Дальнего напула. Рога напуливает только от себя. Только в ренже 10 метров. А дальнего напула, который дает охотник, рейндж 36 метров, нету. Еще вопрос? Да типа мне не повезло, я что-то не могу понять, в чем была моя вина. Дальше, ты отбегай за протопала, чтобы все. Протопал успел поймать. Я поняла. Китай вышел, ролл вышел на месте, убиваем. Ты кастуешь хил по рейду, и мелкий трэш срывается на тебя, а на мелком трэше нету напула, на этих дальних мелких. Я все поняла, требовалось и сказать, чтобы не в куче стоять, а чуть подальше. Ну знаешь, это месяц назад еще требовалось. Мы каждый раз так говорим. Я первый раз умерла от такого. Короче, лучше начинаю уже трайдить. Уже я не могу это слушать. Ретрик, отойди подальше, Лукс. Перебежали.
прибежали. Дима, сразу заходи, добейте мелких этих, и потом зайдите. Заходите, восьмой, чего вы там стоите? Все. Там немножко ШП и с сушением разума бьет, я думаю, это правильно. Ну, на первой фазе не страшно, на третьей фазе не бейте. Может, он не зубит на второй фазе? На второй фазе во тьме бьет и сушением, да? Заходите. Заходите. На третьей фазе, напоминаю, все РДД, пока жив большой, никого другого не бьют. Кто-то из шаманов в конце. Лезвие сейчас по ходу действия. Ой, блядь, метку по ходу лезвия. Эту надо было. Сама. 2%. Метка сейчас не влезет. Погоди, на меня поднимешь фотона. Выходим. Выходим. Быстрее, только поднимай сразу. Ну вставай, фотон. Сука! Дали рост. Блять, просто нахуй слов нету. Перебежали. Он, блядь, вылетел, оказывается. Это мой герб. Все РДД большой. Шумиха метка. Небеса в огне. Перебежали. Свет стоп по боссу. Ждите трэш. Не бейте босса свет. Приз, дай гим. Тьма, свет. Большого сильнее, вот. Че у нас тут кто-то с меткой? Девять стаков. Ну кто там с меткой? Кто во тьме не видит? Изабелла, походу. Молодец, Изабелла. Котский! Я люблю! Пиздец! Котский! Изабелла это... Изабелла это, ну, дохлый номер. Как думаешь, кикать его с гильдии сейчас или нет? Но? Я не знаю. Ну, пусть как-то прокомментирует это. Измейте отца огурца, ёбаный в рот, это уже бесит. 6300 DPS. Просто люди не смотрят на метки, на свои... Ну, надо говорить прям, и там во тьме им тоже прям кричать в РК.
Я же говорил. Кикать-то не надо, он вроде учится, что-то, блин, пытается понять. Просто еще для Геры ему рановато. Так, причем Гера к тактике. Тактика такая же и в обычке. Блин, я понимаю. Со второго раза реально там, ну, не получится все узнать прям. Не получится узнать, увидеть на себе дебаф сбоку. Ну, согласись, второй раз быть в этом рейде. А кто Тулгалы как умирает? Тулгалы умирает от того, что забегает в метку от света. Возгорание убивает, наносит 5100 дамаги, метка тьмы тикает, тикает аура. Вроде все. А, не. А, да, все. Короче, было, ну как у меня пишет, 26-100 хп, минус 10к, минус 5 и минус 4. Все, давайте, ребята. Тулгалы, Изабелла, Камень Долоран. Учим тактики, не выводите нервы людям. Изабелла пишет то, что на Тулгалы фридом не дал. Курмазов говорит, поэтому Тулгалы... Кто не дал? Там три ретрика было. Изабелла. Ну, Изабелла пишет, что он промазал пати чате. Промазал? Да, что он на себя кинул, короче, а должен был на Тулгалы, и в итоге Тулгалы без фридом, и вот тебе. Это не оправдание. Делайн к тому, что он набрал 9 стаков, стоял в центре в рейде. Это 9 стаков, это уже отдельная история. Ты сейчас про смерть как-то говорил. Разрослась. А, ну на другого упало, короче. Всё. Я не знаю, когда возможно взять в РС-25 гер. Не знаю. Там спишь. Или эти люди, блядь, по второму разу только в этом инсте, нахуй. Чё вы от них ожидаете, блядь? Пизда, Бивок, нахуй. Ты пришёл когда сюда играть, ты тоже, блядь, ну, типа, сразу научился играть, что ли? Я помню, за всё время я спросил у Джейми один раз в РС-ке, куда вы выносите метку во тьме, и всё. И вынесли её под морду, да, нахуй? Ну да, два раза, по-моему, вайпнулся в лезвиях на третьей фазе. Мне дали ГП, и я понял, как выносить метки. Так, давайте, спистик. Ты ничего там не делал сейчас во тьме. Сейчас в ПМ с отцом-холодцом разбирайте, кто какую фридом кидает, кто какую ауру ставит и кто какую, каким правосудием бьет. Так, смотри, Воритимс говорит, что уходит. Не может уже. Богдан, заходи на Аршему. Да, можно взять. Там 4 во тьме дамажит, короче, там же сильные пацаны. 2 Эрпала, 6.9 и самогон жесткий. Давай тогда. А дайте портал, у меня камень КД, дайте портал, магия. Долоран, пожалуйста. Не знаю, можно отсахалаться, спекнуть в Холипала и взять ДД. Ну кого брать? И 5 ретриков, которые не выходят служить. Ты вон возьми Тулгалы, нормально она все делает. Ты можешь зайти на сову, WhatsApp на Аршама, я на БДК. Да не надо этой хуйней заниматься, подожди. Подожди, если она косячит, что ГП тебе идет? Чё, ты чё даун? Чё ты несёшь нахуй? Ты просто говоришь, чтобы человек взяли обратно, потому что у неё КД. Кого Козырь мне в личку, пишет, пусть Козырь в ГП кидают. Какой Козырь? Богдан, заходи обратно на АДК, отец холодец будет во тьме хилить без рест... и все. Ну смотри. Ну просто сейчас последний трай, вон кот тоже уходит. Все, больше никогда не будем собирать 12 часов ночи и брать вот этих 5.8, 6.2 первый раз, которые идут. Я больше так не буду делать. Стоп, подожди. Это Лазипанкс... Так кто со мной в свет хилить будет, а? Да, Лазипан, получается.
Смотри, я могу выйти. У Хильти два холипала, Свет. Какая разница, у вас есть все или нет? Будете частицами на брудершафт, короче, обменяетесь и хилитесь. А, да, я... Бля, я туплю, короче. В Свет уже есть рост, да. Такого еще никто не видывал. Два холипала в Свету. Не, ну типа это... Можете...